В России каждый пятый водитель и пассажир, погибшие в дорожных авариях, были не пристегнуты. Об этом говорят статистика и госавтоинспекция. Именно для снижения смертности в ДТП всех в салоне автомобиля заставляют пристегиваться, а за езду без ремня безопасности ввели штраф. И если раньше наказать дистанционно автовладельцев Саранска не могли, то теперь это реально. Традиционно за непристегнутый ремень штрафует инспектор ГИБДД. Если он видит, что водитель едет без ремня, останавливает и составляет протокол. В 2020 году в Москве заработала практика штрафов с камер наблюдения. Камера фиксирует это нарушение автоматически. Как сообщают автоюристы, письма счастья уже приходят автовладельцам в ближайших к Мордовии регионах. Систему тестируют и в Саранске. Вот обращение адвоката Александра Комодина к своим клиентам и всем водителям города. Друзья, важная информация. Сегодня из Пензенской области один из наших постоянных клиентов привез штраф видеофиксации нарушения ПДД за непристегнутый ремень безопасности. Из достоверных источников нам стало известно, что у нас на территории города Саранска данная камера работает в тестовом режиме. Поэтому в скором времени ожидайте письма счастья за непристегнутый ремень безопасности. Поэтому пристегиваемся. Соблюдаем ПДД и всем удачи на дорогах. Фиксирует нарушение просто. Материал изучает компьютер, который натренировали различать на фото руль, руки и ремень безопасности. Если ремня на снимках не видно, компьютер формирует материал о нарушении. По нему сотрудник ГИБДД составляет постановление. Итак, в этом году за езду без ремня штрафуют на 1000 рублей. Эта сумма может увеличиваться, если помимо водителя не пристегнуты пассажиры, плюс 500 рублей. Выписать постановление могут несколько раз в день на разных постах и под разными камерами. В постановлении, которое приходит с камеры наблюдения, за непристегнутый ремень будет фото нарушения. Лица водителя на нем не видно. Оригинальное фото сохранится в ГИБДД на случай обжалования штрафа. Наталья Тюрина, Евгений Фролкин. Наши новости.